Привет, ребята! Что делаете? На далеком северном острове Вайгач живут древние каменные идолы Весака и Пухутя, старик со старухой. И вот однажды... Агу, агу, агу! Старик, у нас родился странный ребенок. Может летать как птица и говорить как человек. Может, это Минлей, помощник шамана? Спросим у однорогого шамана. Шаман, шаман! Шаман! Видел однорогий шаман странного ребенка и засмеялся. Это не Минлей, это нянча Домынику. Вот ему малится и пояс, пусть летит к человеку. Говорит, человек умеет, надо научить его летать. Не вижу ничего смешного. Давай скорее малицу. Только успели старики попрощаться с сыном, крикнуть вслед. Лакомбой! Лакомбой! А Минику уже летит высоко над землей. Думает. Отчего люди не летают так, как птицы? Едва Мынику подлетел к Ямалу, уже прямо в него стрела нацелилась. Не стрелять! Я не дичь, я нянчуда Мынику. Умею летать и говорить. Ищу человека, чтобы научить его летать. Поздравляю! Ты нашел то, что искал. Я человек, умею говорить, а мои стрелы умеют летать. Отправляйся на небо, узнай, что там. Прилетел Мынику на небо и говорит: я нянчу да Мынику. Человек хочет знать, что на небе. Я Елебем Пертя, даритель оленей, дарю человеку стадо. Пусть сделает мне жертву, тогда он сможет летать до другого неба. Взял Мынику дарственную бумагу и отправился с первого неба обратно к человеку. Элебем Перти подарил тебе целое стадо. Сделай ему жертву. Можешь летать дальше первого неба. У него и без моей жертвы оленей хватает. Мне теперь нужно смотреть за стадом. Так что лети сам дальше первого неба. Узнай, что там. И снова земля Ямала далеко внизу, а нянча Домынику высоко в небе. Я человек-птица. Человек хочет знать, что на небе. Здесь живет Ну, который создал и человека, и птицу, и землю. Пусть человек принесет жертву. Может летать по шести небесам. Вернулся Мынику на землю. Передал слова Нума человеку, а тот в ответ:
Ну, мне прислала и паршивой пешки, а хочет жертву. Зачем мне учиться летать, когда ты уже умеешь говорить? Лети на шестое небо, узнай, что там. Ох, и трудно учить человека летать. Подумал нянча Домынику. Сам-то он уже аж до шестого неба долетел. Я человек-птица. Человек хочет знать, что на небе. Послушай отца шаманов. У человека еще есть время. Принесет жертву, сможет летать аж на седьмое небо и узнать его тайну. А на земле человек-птица уже прославился. Тайна седьмого неба. Я верил в тебя, Мынику. Зачем мне нужны жертвы? Ты будешь героем. Вперед! Седьмому небу. Думаю, вы обо мне уже слышали. Как насчет тайны? Открою тебе тайну. Скоро Хибедяхоер, хозяин священной березы, поднимет дерево. Вода из его корней затопит весь мир. А спасется лишь тот, кто умеет летать. Это же сенсация! Лечу сообщить человеку! Нет, это просто тайна. Сейчас ты сказал свое последнее слово. Ты больше не можешь говорить, потому что ты не научил человека летать. Теперь ты не мой. Вернулся Мынику на Вайгач. Родители рады. Приветствует его ласково. Они здорово, сынок! А Мынику ничего не радует. Горюет бедняга. Как немому интервью давать, песни петь, по телефону звонить, и однорогий шаман не поможет. Медицина здесь бессильна. Так что летай, нянча Домынику, и помалкивай. У кого-то, кажется, неприятностей побольше, чем у тебя. А в это время Хэбидяхоерв, хозяин священной березы, медленно поднимает дерево. Вода стекает с его корней, и мир медленно погружается в морскую пучину. Но спасется лишь тот, кто послушался нянча Домынику и кто научился летать. Интересную историю показали наши соседи. Купала
то, о чем он мог только.